Я думаю, будет так. Как? Ну я это невозможно оценивать. Я рад, что. Типа, короче, смотрите, предыстория. Я получил месяц назад, три недели назад. Я рад, что за три недели я могу это переоформить в комедию и выступить с этим. Меня устраивает. А оценивать это я не могу. Ну я считаю, что я выступил нормально. Выступал первый. Типа, публика не готова. И всегда это выход, как, типа, как на убой. Ну, я думаю, что я продавил вот этот вот скептицизм, типа, к стендапу, и люди более-менее так смеялись. Публика шикарная вообще, молодцы. Публика крутая была сегодня. Свое выступление хорошо, не лучшее мое выступление, точно не худшее. Потому что мне недавно сказали, если было выступление у меня, когда если бы ты молчал, это было бы не хуже, чем то выступление. А так все шикарно было. Публика классная, выступление классное. Все хорошо зашли, Джамбул, вот он вернулся такой, как он был изначально, когда вот, скажем, года два-полтора назад. Было классно, круто, очень позитивно все, публика классная. Но, конечно, разница с прошлым выступлением колоссальна, в плане того, что все равно в прошлый раз и народу побольше было, а в этот раз меня слушайте все. Мне даже немножко стеснительно. Но в этот раз поменьше народу, и, соответственно, нужно было работать. И все работали, выжимали из себя. И, на самом деле, в прошлый раз было легко выступать, в этот раз нужно было выжимать из себя. Ну, мы выжили. Как оценивать свое выступление? Ну, на твердую четверку. На твердую четверку, в принципе, что ожидал, что зайдет, оно зашло. Что не ожидал, оно не зашло. Было пару мест, где я ожидал, что зайдет, но не зашло. Ну, так бывает. Выступление было плохо у Лёши Луговского. У Лёши Луговского было отвратительно. Почему? Как думаешь? Потому что Лёша Луговской уделяет мало времени творчеству, и есть на это очень веская причина. И сейчас у нас сидит справа. Лёше Луговскому нужно определиться. Он хочет стать звездой. Или хочет залезть под... Да, вот такая проблема. Так, ну хорошо. Всем у остальных все было классно. Вообще, Джамбул Кульдеев разорвал просто. Люблю Джамбула. И Голыма люблю. Потому что у них есть деньги, у остальных нет. Их любить. По реакции публики. У нас сегодня просто с сестрой. Мы сегодня с сестрой выступаем. И мы выбрали такие темы. Короче, про лесбиянок я рассказывала. Она рассказывала про дрочку брата. И я рассказываю про лесбиянок. И смотрю, и в зале сидят мои родственники. Понимаешь? И мой дядя, и его жена. И вот такая... А потом выходит Мадина, рассказывает про дрочку брата. И на самом деле реакция была нормальная. Сначала было типа сложно немножко, вот. А потом мы пробили дно, и все было хорошо. Да, плохо. Когда не готовишься к выступлению, это же плохо. И вот. Я плохо выступил. Потому что плохо готовился. Мне попросили громче говорить просто. Я все еще хочу рекламу трусов в Инстаграме. Буду стараться. Все было круто, все было классно. Спасибо большое нашим зрителям. Сегодня был отрыв, прям, знаете, такой драйв. Маты. И жесткие темы, но было круто, и я думаю, что у нас самые лучшие зрители, нам очень с ними повезло. Материал, как бы, я когда ложусь спать, я в голове представляю, что я на сцене стою, и когда придумываю шутку, у меня в голове сразу реакция зала идет. То есть, если зал в моей голове, когда я придумал шутку, смеется, я ее сразу в телефон записываю в заметки. Если зал не смеется, я не записываю. Но так обычно не бывает, это же моя голова, я там сам
эмоции им даю. Ну, я практически год ходил на опен-майке. Это открытый микрофон, и, кстати, приходите. Если будете ходить год, то, возможно, вас возьмут в резиденты, как и меня. Но не факт, да. Я сам, почему меня взяли? Я думал, меня выгонят, а меня взяли. И вот. И материал я показывал давнешний, который заходил. Поэтому у меня материала еще много, и можно его показывать. Потому что я на таких больших концертах не участвовал, и с опен-майка что осталось, то и показываю. Значит, готовлю материал. В этот раз никак. Обычно готовлю, пишу шутки. Типа, вот это, походу, смешно. И записал. Потом выхожу, нихуя не смешно. Выкинул. Все, вот так работает схема. Вообще, у меня есть такая штука, когда у меня все в жизни хорошо, у материала не пишется. Это вот доказывает, что стендап — это реально то, что, ну, что тебя волнует, беспокоит. Когда у тебя какие-то проблемы, все такое, вот реально лучше пишется материал, потому что так ты вкладываешь какие-то эмоции, ты реально хочешь что-то людям сказать, вот. Исключительно легкими наркотиками и алкоголем. Ваше здоровье. Ну, не знаю, тем, что вокруг. Я просто, когда я пишу материал, просто думаю, вот что тебя сейчас волнует? И начинаю писать потихоньку. Что-то выкидываю, что-то остается. Так и происходит. Ну, судя по тому, что шутки хуёвые, никем я не вдохновляюсь. А так, стендап смотрю и все. Я бы сказала, не вдохновляюсь, а мотивируюсь, наверное, какими-то другими выступлениями. Ну, я смотрю там других комиков, пересматриваю свои выступления и мотивируюсь этим. А вдохновляюсь, ну, по-разному, обычно какими-то жизненными ситуациями. И, знаешь, вдохновляюсь, наверное, я тем, что можно как-то иронировать над своими проблемами, над своей жизнью. И когда пишешь, допустим, шутку какую-то про себя, обычно шутки про себя, про свою жизнь, они самые такие смешные, самые сильные. И, наверное, это меня вдохновляет, что можно делиться своей жизнью, шутить. И люди это воспринимают, это очень классно. Когда я пишу, просто жизнью, просто жизнью. Просто идешь, увидел какую-то ситуацию странную, записал в диктофон, и все, и потом сел, добил ее, и круто получилось. Слушай, ну, я смотрю фильмы, слушаю музыку, ну, в надежде на то, что меня что-то вдохновит. Если не вдохновляет, я просто стараюсь настроиться, просто где-то еду, где-то иду, и что-то пытаюсь из себя выдавить. Надо выдавливать из себя, так просто ничего не получается. Ну, вот так. Ну, единственное, получается так просто, если ты с кем-то пи***ишь, и в разговоре выходят шутки. Это так сегодня, но у меня есть сольный концерт на ютубчике. Можете посмотреть, там час, вообще с аудиторией не общаюсь. Вот здесь будет ссылка. Вот, вот так. Я вот туда ее поставлю. Будет ссылка. Знаю, да? Ссылка вот здесь. Вот здесь будет ссылка. Переходите, посмотрите, там 2000 просмотров. Я 3 года готовил материал. У шуруповертов 2,5 миллиона просмотров. Прекрасно. Битва шуруповертов, видос есть. Вот ссылка вот здесь. Тоже посмотрите, там 2,5 миллиона просмотров. 5 минут мужик готовил. Импровизация где-то процентов 30. Я, ну, импровизирую на ходу. Это, ну, не обязательно с публикой. Я могу, допустим, свою же шутку рассказывать, и в какой-то момент у меня в голове может нарисоваться, что можно вот так что-то еще добавить, и я добавляю. 50 на 50. Ну, и изначально я не думал импровизировать. Просто я по ситуации вижу, что можно это делать, и вижу, что публика к этому больше предрасположена, поэтому я решил пообщаться с публикой сегодня и очень много это делал. Изменилось, наверное, то, что это, наверное, и хорошо, и плохо, что мы стали более расслабленными, да, как бы мы стали смелее, мы стали увереннее в себе, потому что за 4 года мы чего только не видели, ну реально, мы выступали там в каких-то очень плохих барах, в парках, ну вообще в самых гадюшных, но и в самых лучших, самых гадюшных местах, реально, мы, наверное, выступили во всех заведениях Астаны. И у нас, наверное, образовался какой-то иммунитет, ну лично у меня, да, я не знаю за других, я не знаю, не могу залезть к ним в голову. Ну, что у меня выработался какой-то такой, знаете, иммунитет к критике, потому что, ну, это сложно, стендап это сложно, и
не то чтобы мне стало как-то плевать, да, на зрителей, но я понимаю, что не нужно позволять как-то чужому мнению, да, влиять на то, что ты любишь. За эти 4 года я уверен, что мы все выросли, у нас уже намного проще получается просто находиться на сцене, даже если ты не заходишь, как-то справляться с этим, ну и плюс еще само качество шуток выросло. Но я не был с первого года, потому что я присоединился только на третьем, когда мне было 27 лет. И, ну, я пришел, было очень круто, в плане того, что ребята, они же еще учились, а я уже, ну, как бы был уже немножко, ну, уже, не сказать, что состоявшийся, но я уже закончил универ, и ребята, у них глаза горели, я заразился этим огнем, и как бы мы херачили, ну, подъем есть, конечно. Наша ошибка была, ну, я, по крайней мере, мое мнение, наша ошибка была в том, что в самом начале клуба мы ставили себе какие-то цели, где-то выступать там и так далее. А надо было просто выступать за еду, и мы выступали за еду, и пошел какой-то прогресс. Ну что, ну, как бы нужно было какую-то себе, ну, я не знаю, форму дать, чтобы было где рисковать и так далее. То есть мы выступали за еду, еще раз повторюсь, сейчас мы за бабки выступаем. Так, смотрите, планы наполеоновские. Во-первых, нужно вернуть деньги Галлому за съемку первого сезона стендапа. Во-вторых, нас фанаты хотели нас отпиздить только что за шутки. На самом деле, какой план? План выходить дальше, продолжать делать материал на ютубчик. Я думаю, ютубчик — это наше все, потому что гости приходят с ютубчика. Продолжать делать крутые мероприятия в Астане, в Кокшетау, в Павлодаре, в Атырау, в Шымкенте, в Алмате. Приходите, Салем стендап хуя, приходите, пожалуйста, на наше мероприятие, Сам Project. Лучший стендап-проект, лучший у них руководитель, Аман Тюлегенов, топовый просто. Вообще, мы красавцы, мы будем дальше развивать всю эту тему. Надеюсь, появится много молодых комиков, которые будут к нам приходить на открытые микрофоны, рассказывать свои шутки, становиться резидентами, и это все движение у нас в Казахстане будет расти и развиваться. Ну, мы думаем, что 5 лет это такая дата, да? 5 лет, как бы. Если мы еще будем, да, нет, шучу. 5 лет, я думаю, что будет... Нам сегодня 4, а будет 5. Я думаю, что будет как минимум не хуже, чем сегодня. Будет точно лучше, я уверена. Вот. Больше я ничего сказать не могу, просто я, если честно, не задумывалась об этом до вашего вопроса. Но мне кажется, что будет по-любому круто. Мы постараемся очень сильно. Вот. И по-любому будет смешно, как сегодня, и весело. И... с днем рождения, Sun Project, да, поздравляю, с днем рождения, 4 года уже. Сам я в эту приблуду попал в январе этого года. Вот в этот блудняк вот этот со стендапом. Ну, да, круто, круто. Спасибо Саше, Аману за наше счастливое детство. Круто, круто, очень нравится. Я считаю, Sun Project — это самый успешный стендап-проект в Казахстане. Я желаю всем, самое главное, вдохновение, вот реально вдохновение, какого-то творческого наплыва, потому что, ну, реально, вот поверьте мне на слово, для стендапера или для любого творческого человека вообще нет ничего лучше момента, когда ты в потоке, когда у тебя появляются мысли, когда у тебя появляется вдохновение, когда ты можешь там что-то творить, и это самый лучший момент для творческого человека. И я желаю всем нашим ребятам в первую очередь вдохновения, ну, здоровья, потому что у нас некоторым парням, да, нам уже всем больше 22 лет, поэтому здоровье — это тоже, вот, ну и не знаю, любви, наверное. Хочу сказать, что надеюсь, что коллектив так и будет. Нам 5 лет будет, 6 лет будет, 7 лет будет, мы все вместе. Очень люблю этих ребят, потому что я очень благодарна, что стендап познакомил нас с такими людьми. Я желаю им оставаться такими же хорошими людьми, такими же искренними, любящими это дело, потому что, ну, если ты не любишь стендап, ты в нем долго не продержишься, его реально надо любить, чтобы продержаться. Вот, и я очень рада, что я работаю именно с этими людьми. И хочу сказать, что... Хочу сказать, что я очень сильно их люблю всех. С днем рождения, Sun Project.
Давайте, не знаю, пожелаем что-нибудь ребятам. Ребятам пожелаю не лениться и писать постоянно новый материал. Пожелаю, чтобы у нас было много зрителей, много открытых микрофонов, где мы могли бы проверять свои шутки. И побольше подписчиков, побольше, может быть, выступлений в других городах. Поздравляю свой же проект. Я полгода башил один. Чтобы сам проект жил. Теперь вот какие-то 9 человек присоединились. Юрец, как вообще попал, фокусы показывал, вот, шутит, вот, теперь мы теперь звезды, потому что вот нам 4 года день рождения, и 70% зала первый раз на нашем мероприятии. Это говорит о том, что мы очень популярные люди. И в Инстаграме реклама работает. Просто надо работать, все, ну, как бы это все знают, и ну, чтобы расцветали творчески, ну, и здоровье. Все, поздравляю с днем рождения, Sun Project. Желаю счастья, здоровья, успехов в личной жизни. Спасибо, что взяли меня. Я вас не подкачаю. Поздравляю, Sun Project. Да, я основатель. Сам себя тоже поздравляю. 4 года назад основали, полгода вдвоем выступали, чтобы мы сейчас могли вот нашим составом с 10 человек выступать в топовых заведениях Астаны. А, с днем рождения, Sun Project. Братья мои, двоюродные. Я люблю вас.